Dear passenger, dear tourists that you are planning to visit Kotor, I would like to recommend you that this city is beautiful. Also, it's a very old city in combined with different cultures. So the Venice Republic before the history, when the Montenegro was the unique in this place today, was belonging to another part of the Adriatic political center. So the historical heritage in the Kotor, in combined with the new technology and the new culture motivation, will also help you to understand the different ethnic and multicultural fortune of Montenegro. So, as a Montenegrin, I would like to recommend you to visit Kotor and to try to understand that this small and wild country like Montenegro will also help you to understand some world historical movement to the history. So, welcome, enjoy yourself, and after your visit, I hope so that you will be the good promoter of Montenegro. Have a nice day and Happy New Year. Как вы видите, има яшмала люди, а има елка, има пошели по елка. Има то и некие аттракции, кое люди фотографишу. Као сопоклончицема. Значи, ко не знае, то е у лас, у Стари град. Има још неколика, а ово е главни. И тамо, још видите мало на сунце, има тверджава. Стара тверджава Котора. Баше лепо место, и има тамо пролаз. Можете да дигнитеси тамо, тамо где има ова застава Црногорска. Ако не сте били, можете обовезно. Там ему баш предиван погляд. Ако мало еш горе идемо, идемо на Ловчин, на Цетине. Има там и пут, и автопут. Тус мы видимо, ту можемо да видимо, как у своя лепо ураджено. Але я не сам видел бину. А что не Симахо? Айде, Маша, снима тебе камера. Снима. Глядай тебе чита в свет. А, можешь, да, можешь, да, поздравишь людей. Hello, world. Да, как это кажем, поздрав from Montenegro. Котор. Браво. Где то можем да погадам? Имам страницу промо Montenegro на Facebook. Бичи там. Айде. Срещна Нова година. Срещна Нова. Хвала. А, видите? Палаку, але люди долазят, я мыслим, садка падне еш мало мрак, и бичи, люди излазят из кучи, иду негде до Шета, до Одмара, и Котор, то одна из наиболее мест, старый град Котор, одна из наиболее дестинаций Черногоры, где мора сваки човек, да дочи, да мало прошета, да погледа, пашто е лепо. Сад смо на другом тргу Котора. Овде има баше стара црква. Како сте видите, пише 1166 година, а и са други страни 2016 година. Значи, било е
1100 годин. 1150 годин. А еще мы мало ухватим залазок сонца, там на тверджаве. Можете довидеть ово жуто боє, то залази сонца. Вако то изгляда мощно и интересантно. Не баш много еще люди. Але стижу. Время сад, как вы видите, на сад има 5. Има 5. Значит, я мыслим за 2-3 сада стижу велика гужва. Збок того, что в которого век има полно туристов. И сад мало да поглядайте. Я еще сликам. И идем далее. Как вы видите, еще один тырк у Котору, у старом граду. Значит, има то лепа церква. Церква православна. Нечто, может, мало другачи изгляда. Крсты. Они... Ага. Але церква православна. И она баш популярна. Значит, все люди... православные вероисповедники, православные верники, они когда долазили в Котор, наравно, они долазили в овый, я мыслим, то собор. Овый старый град Котор, он има уваки улицы, малые, узкие, в европейском стиле, как правый европейский град. И с бокового, вероятно, полно туристов, которые долазят из Европы и читого света. Он и воле Котор, сбок того, что он и баш сличен с ниховой архитектурой, але налазит в неком другом дию Европы, у Черногоры, Монтенегро, але исто веома леп, и я не знам, не баш я много сам путал, але оваки малые узкие улицы из камена, они веома популярны и као туристическая аттракция, так и нечто. Так и идем далее. И овако смо направили малый круг в овом старом граду, Котору. И видите, какое лепое время. Данас е други јанвар 2017 година и тако люди полако долазе, але ја нечу више бичи ту. Има још други дестинации, други локации, где я би хвалио да идем са вама и погледамо како то изгледа овы новогодишни дани. Са вама био Сергей Забијаков и тако видимо се.